думают, что они убеждают народ, что вот действительно эта война будет поддержана, если вдруг начнется, если они начнут. Но она не будет поддержана. Я должен сказать, хорошо бы они понимали, что война – катастрофа для страны, для людей, которые здесь живут, ну и катастрофа для власти. Я уверен, что власть рухнет, если будет действительно полноценная такая война развязана. Уверен, что большинство россиян не хочет воевать на Украине. Я верю, что исторически как бы судьбу каждой страны, особенно на переломном моменте, определяют люди, которые немножко думают, скажем так, хотя бы немножко думают самостоятельно. Вера тем словам, что лишь бы не было войны, живет большинство населения России, есть.